20 октября впервые в Баку состоялся международный фестиваль чая. В фестивале приняли участие зарубежные дипломаты, представители посольств, которые показали национальные чайные церемонии. На официальном открытии мероприятия генеральный директор Центра национальной кулинарии Таир Амирасланов сказал, что главной целью проведения таких мероприятий является сохранение нематериального культурного наследия нашего народа. Чай объединяет. Все, когда вы говорите чай, многие народы понимают и могут садиться за вами за один стол. Это прекрасно. За чайным столом нет драки. Тут более мудрости, больше неторопливости, ума. И многие умные мысли появляются вовремя питья чая. Кроме того, в современном мире, вы знаете, зеленый чай защищает от радиации компьютера. На фестивале наряду с национальной чайной церемонией Азербайджана также были представлены чайные церемонии еще 9 стран. Здесь представители Турции, Индонезии, Японии, Китая, Ирана, Индии, Таджикистана, Узбекистана и других стран провели национальные чайные церемонии. Представители Таджикистана на фестивале наряду с чайной культурой представили и свои национальные одежды. Специально для этого мероприятия мы заказали вот наши лепешки из Таджикистана, где представлены кульча, калама, чапоти, вот у нас орзук, это у нас наша национальная выпечка самбуса. Представляющий братскую страну на мероприятии глава Пекинского офиса Института Юнуса Эмре при посольстве Турции в нашей стране Ибрагим Йылдырым сказал, что такое мероприятие создает хорошую возможность для обмена культурой между странами. Мы рады, что сегодня в Баку можем угостить наших братьев турецким чаем. Гостям фестиваля представилась возможность принять участие в чайной церемонии, насладиться различными сортами чая, а также попробовать национальные блюда и сладости стран-участниц. Участники фестиваля, одетые в национальные костюмы, рассказали гостям о ритуалах чайных церемоний, о традициях и обычаях своих стран. Директор Института Конфуция при Бакинском государственном университете Ху Финхуа в своем интервью Азертач отметила, что одетые в национальные китайские наряды учителя института угощают гостей настоящим китайским чаем. Зеленый, черный, белый, разные и цветные чай, и из разных трав, и разные функции. Издревле Китай прославлен своим чаем, но самый популярный – это зеленый чай. Представитель посольства Индии в Баку Барбара Рана сказала, что очень рада присутствовать на этом мероприятии. Мы предлагаем гостям фестиваля индийский чай, такие как масала, дарджилинг, ассам, нилгири и множество различных видов зеленого и черного чая. Мы рады, что представляем Индию и наряду с этим сами знакомимся с культурой и особенностью чайных церемоний других стран. В рамках мероприятия представителям стран, принявших участие на фестивале, отличившимся членам Национального центра кулинарии и ряду представителей медиа, были вручены дипломы и медаль за участие. Среди награжденных и государственное агентство «Азертач». Барбана Рагимова, Бусал Видадиоглу, Эльмин Лачинов, «Азертач».